Коллеги, сегодня в ночь произошла трагедия в Охотском море на траулере «Дальний Восток». Погибли люди, и наши граждане, и граждане иностранных государств, которые там работали. Давайте почтим их память. Владимир Андреевич, проинформируйте о ситуации, которая связана с вот этим трагическим происшествием в Охотском море, о тех мерах, которые принимаются для поиска пропавших без вести, для поддержки всех пострадавших, ну и вообще о том, что происходило. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, в 23:35 1 апреля в акватории Охотского моря... По московскому времени. В акватории Охотского моря, 300 километров южнее города Магадан, в короткие сроки затонул большой автономный траулер морозильный. Дальний Восток, на борту находился экипаж общей численностью 132 человека. Работали граждане Российской Федерации, 78 человек, и 54 граждане Республики Украина, Латвия, Вануату и Мьянма. В районе лова работало 26 судов. Оперативно была организована спасательная операция, и совместными усилиями было спасено 63 человека, в том числе 7 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, 54 человека погибло, их тела подняты, и 15 человек, пропавшие без вести. Осуществляется крупномасштабная спасательная операция, работают все службы МЧС России, Министерство транспорта, Росрыболовства, Министерство здравоохранения и других федеральных структур. Энергично работают все руководители Сахалинской области, Магаданской области и Приморского края. Мы провели заседание рабочей группы правительственной комиссии. Ситуация находится под контролем, в том числе осуществляются меры по оказанию помощи и поддержке родным и близким погибших и пострадавших. Работы продолжаются. Доклад закончен. Хорошо. Нужно все меры, которые возможно принять для того, чтобы спасательную операцию завершить. Что касается мер поддержки, помощи, то необходимо все решения, которые были приняты, довести до конца, находитесь во взаимодействии с руководством Сахалинской области. Ну и в случае необходимости Министерство здравоохранения Российской Федерации и другие федеральные структуры к этому подключаться для того, чтобы помочь тем, кто пострадал в лечении и в решении других задач. Есть. Договорились.